Вода в колонке, ни канализации, ничего тут нету. Инспектор по делам несовершеннолетних в каком-то году, ребенка 2 годика, наверное, было, отправил на комиссию по делам несовершеннолетних, то, что ребенок не может жить в таких условиях, то, что печное отопление, воды нет. Я поехала тогда на комиссию, они сказали, мы можем помочь вам снять жилье, найти квартиру. Говорю, платить за что? Дом не будет платить. Мы жилье не даем, можем еще предоставить вам дом в деревне. Идти в деревню живите. Я говорю, что я там буду делать в деревне, если никогда в деревне вообще не живу. Здесь ремонт сколько ни делай. Раньше он брак был крепче, потому что раньше здесь мы автобусы у нас не ходили. Здесь редко, когда легковая раньше проезжает. Это как старый город. Да, теперь пустили, здесь вот первый ходит, кроме 11, все автобусы пустили. Брак вот житель наш весь трясется. Трещины заделаешь бесполезно, все равно будет успевать. Вот один депутат к народу пришел по хатам, я за свою жизнь прожил 56 годов, я не видел, чтобы депутат куда-то к людям сам, по домам прошел, спросил, ребята, как живете, как можете, за меня голосовать, да ничего не надо, лишь бы выбрали, помещать они могут. Ну все, когда начальник, ты же в мой кабинет не войдешь, мне их жена хотела, они же сразу голову кверху, как будто из такого теста слеплены, так у туалет ходят. Все, это уже элита. Куда ты? Раньше был помещик, так помещик о своих крестьянах заботился. И он не кинет, чтобы подыхал ты, ты же ему прибыли не принесешь. А здесь что ты? Все. Как были рабами, так и помрем.